Здравствуйте, дорогие родители! Меня зовут Александра Славянская, я генеральный директор Междисциплинарного центра реабилитации МЦР «Дети». Так получилось, что 12 лет назад я начала работать в благотворительном фонде «Счастливый мир», который помогал детям после онкологических и других тяжелых заболеваний. Все эти годы я мечтала создать детский реабилитационный центр, потому что видела, что дети, которые выздоравливают от тяжелых болезней, остаются инвалидами, потому что в процессе лечения им не оказывается реабилитация. И вот сейчас такой центр создан. Однако я понимаю, что далеко не все могут до нас добраться. Есть люди из других городов, есть родители, которые сейчас находятся в больницах рядом со своими детьми. И для всех вас мы создали цикл видеоуроков, которые помогут вам реабилитировать детей самостоятельно. Разумеется, это не заменит профессиональной медицинской помощи, но тем не менее вы сможете услышать лекции эрготерапевтов, физических терапевтов, логопедов, психологов. И мы не сомневаемся, что это поможет вам в ежедневном уходе за детьми.